В Люберцах продолжаются капитальный ремонт МКД. Один из объектов, который попал в план этого года – дом номер 409 на Октябрьском проспекте. Ремонт пятиэтажного здания стартовал в начале июля. На сегодняшний день замена кровли выполнена на 70%, а обновление фасада – на 60%. Полностью завершить работы планируют до 30 октября. Дом 1964 года постройки. Капремонт кирпичного фасада здесь не проводился. Была проведена только окраска. Также требовался капремонт кровли мягкой. И, соответственно, с новыми требованиями утепления чердачного помещения. Ремонт кровли происходит каким образом? Соответственно, демонтируется старое покрытие, стяжка. Потом делается новая стяжка. Потом нижний слой гидроизоляции, верхний слой гидроизоляции, потом желоба для водостока и, соответственно, в дальнейшем еще утепление чердачного помещения. Кроме того, в рамках государственной программы Московской области формирования комфортной городской среды в этом доме отремонтировали подъезды.